Здравствуйте, друзья! Перед выходом на прогулку Амадей попьет еще немножко молочка. Он еще не отказался. И пойдет в вольер. Да, Амадей? Вот как мы любим пить молоко. Хотя тоже могу сказать, это будут у нас последние денечки. Большого энтузиазма мы не испытываем. Мы уже едим с удовольствием мясо, как видели вы в прошлых программах. Вот так. Вот и все. Вот, с нормы мы уже даже половину не выпьем. Зато мы уже любим играться. Пойдем, Амадей. Идет на прогулку. Пойдем, Амадей. Мими, пойдем. Пойдем, мой мальчик. Пойдем, давай. Пошевели ушками. Мне еще страшно. Я еще маленький. Нет, моя Амадей не хочет сам идти. Ну, пойдем. Пойдем, мой родной. Вот так. И на руках удобнее. Я для него уже стала почти мамой. Ну давай, перед заходом. Давай, ребята еще спят. Давай еще раз. Ну, сам. Вот так. Давай. Еще раз молочко, нет? Вот, ну не любим мы уже молочко. Я думаю, через несколько дней он откажется совершенно. Амадей, мы идем в эту сторону. Дети нас встречают. Амадей, пойдем. Пойдем, дети. Дуси. Мими, маленький. Дуся. Дусь, попики. Не-не-не, вы не выходите. Нет, Амадей. Сам не хочешь идти, мы пойдем. Иди. Ой, мой маленький. Природа – это хорошо. Вот. Мы такие идем на руках. Ничего, скоро подрастет. Только откажется от молока, перейдет на постоянное место жительства. Так. Кто-то у нас еще не проснулся. А что мы так сладко спим? Просыпаемся. Привет, дети. Кто мясо не доел? Соскучились за ночь, да? Друзья, вот есть возможность увидеть наших малышей. Увидеть, как они встречают Амадея на прогулке. Вот, все детки идут, кто-то подтягивается, все идут сюда, все приветствуют меня тоже, все детки готовы играться. Амадей и около меня. Он чувствует. И вот уже начинает с ним играть. Да. Радостью его встретили братья. Ну вот тигрята рядом со мной. Все хотят ласки и внимания.
нему поближе, крупным планом, как детки играют. Вот они все, детки, думают, что я их мамка, облепили меня. Смотрите, как все братья встретили Амадея. Все его рады приветствовать, они по нему тоже очень скучали. Все, друзья.